Маме будем делать макияж. Привет, привет. Да, вся косметика будет Фаберлик. Поэтому начнем. Сначала очистим лицо тоничком Реноваж. Так, надо было тебя заколоть. Ждем, пока высохнет. Вкусно пахнет. Так, сейчас впитается. И будем наносить блёр. Любимый. Уже личико выпрямляется. Кайфуешь? Хорошо с лицом делают, когда красиво. Люблю. Так. Это выпрямляет лицо, делает его без тонального крема молодым. Чувствуешь, подтяжка пошла? Я прям вижу у тебя лоб уже, лоб уже такой порозовевший стал, классный. Хорошая штука. Это, кстати, РСТ, по-моему, лучших товаров Победа была. Вот. Так, так, сейчас покачать. Наносим. Сейчас наносим блёр. Прямо вообще преображается сразу кожа. Так, закрой глаза, а то я тебе тыкну. Будешь потом моргать хоть вечер-то. Так, крылышки ушей. Прям вообще на глазах. Шею не хватило немножко. Так, 63.09. Так. Очень вкусный аромат. Да? Крем, да. Как пудр такой. Сладкий. Это антивозрастной тональный крем из люксовой линейки Secret Story. Мне он нравится. Стоп-кадр называется. Я когда себе, если макияж делаю, я сначала крашу глаза полностью, а потом уже наношу крем. Да, потом уже крем наношу. Но когда я кому-то делаю, я все делаю наоборот. Так. Все.
Illuminizer, мерцающая вуаль, артикул 6074. Да, беру ее потолще. Она полупросвечивающий слой дает. И просто как бы отражение уже идет от кожи немножко. И закрепляем тональный крем. Вот. И она вообще не создает никакой маски, но какие-то сильные несовершенства в виде там больших прыщиков, еще чего-то, она не перекрывает вообще нисколько, но лицу придает очень такую классную свежесть, мерцание, и оно еле-еле-еле заметное. И на фотографиях получаются фотки вообще суперские. Вот это вот я уже уяснила, делаю так себе всегда. Этой пудрой я пользуюсь перед вебинарами, чтобы хорошо выглядеть на камеру. Прямо без тонального крема, без всего. Мне очень нравится. Прям изумительно. Так, носик припудрим. Так, знаете. Так, артикул 6703. Я уже стараюсь наносить сначала линию носа. Убираю, делаю чуть-чуть потоньше линию носа. Начнем контурировать. Я очень часто контурирую шею таким вот образом, чтобы более ясный овал был лица. Более ясный овал, чтобы был лица. Вот. И получается красиво. Контурирую я не сильно. Немножечко. О, угадала. Наношу пудру. И если что, то я этой же пудрой могу поубирать излишки, если мне кажется, что лишнее. Хайлайтер. Его мы наносим вот тут вот. На нижнюю часть подбородочка немножко наносим. И равняем вот эти вот места. Совсем чуть-чуть. Да, тут блеск, я считаю, что не нужен маме. Вот так можно еще вот это место выделить, но он тут ей не нужен. Как бы вот. Иногда хайлайтер я наношу на все веко. Мам, приподними брови. Глаза закрой, приподними брови. Не морщись. Чтобы макияж ложился ровнее. Я выберу вот это и вот это. Сначала делаем брови такими вот тенями. Так. Смешиваю вот эти вот два оттеночка. Видно, не видно. Так, вот эти два оттеночка. И пошла рисовать бровь. Вот такая вот красотка получится. Набираю вторую бровь. Красота. Сейчас тушую. Это матовые тени. Так, расслабь полностью глаз. Я вроде нормально. Расслабила? Угу. Так, вот она линия у тебя идет. Так. Глазки оттенили матовыми тенями. Так, посмотри теперь кверху. Многослойность, мне кажется, она вообще очень нужна. Да, вот эти вот тени. Не тыкнула в глаз? Все хорошо? Все нормально. Да.
иди и так, красотка. Ой, так, конечно. А что, просто мы с тобой сейчас выделяем то, что тебе хорошо. Да, да. Мы с тобой выделим и вообще будешь. Угу. Будешь красоткой совсем. Так. Сейчас я набираю более темный оттеночек. Угу. Для уголков глаз. И буду тушевать уже. Так, посмотри на меня. Так, не смотри. Бровь приподними. Я тебе просто... Закрой глаза, приподними брови. Закрыла. Все. Вот так. Выше брови делай просто. Старайся и не опускай. Теперь второй глаз. Тут, кстати, лучше подняла, чем с той стороны. Ну, сколько смогу. Во, молодец. Вот как надо было. Сработало. Да. Так, давай уже это. Так. Ну, это мы уберем немножко. Сейчас кверху посмотри, не бойся, не тыкни. Так. Так, красота. Так, вот тут надо потушевать посильнее. Вот так вот. Супер-супер. Так, дальше мы возьмем подводочку. Тоненько. Да, конечно. Тебе тоненько, незаметно будет. Угу, так ты это будет. Знаешь. Да, потому что у меня будет. Так что. Так что. Так, не моргаем, глаза не открываем, ждем, пока высохнет. Да заткнула тебе все. Так. Чтоб ломаной линии это не было. Так. Тут немножко. Тут немножко. Все. Посмотри на меня. Закрой глаза. Посмотри вверх. Закрой глаза. Вверх посмотри. Закрой глаз. Посмотри на меня. Красотка. Посмотри на меня. Молодечка. Все, закрывай. Я тебя в этот раз не сильно накрасила. Угу. Нравится тебе? Угу. Не понравится? Нормально. Нормально? Угу. Ну-ка, посмотри на меня. Угу. Хорошо. Нормально. Остались реснички. Так, 55-83 реснички.
тебя, кстати, ресницы начали появляться. Да, не было уже. Не было вообще ресниц. Угу. Это хорошая тушь. Так это тушь, она ухаживающая. Угу. Да, конечно, ей надо пользоваться почаще. Угу. Так и ресницы лучше будут расти. У тебя вообще вот прямо есть что накрасить. Угу. Вообще нечего угу. было. Угу. Ну, посмотри в зеркало. Ну что, нормально? Нормально? Сейчас шагу ставлю. Иду, и хорошо. Вот такая у мамы получилась. Осталось губки накрасить. Я думаю, что здорово.